моя, Иисус, не оставлю я тебя. Из темноты ты забрал меня, дал опору, и теперь знаю я, в тебе я нуждаюсь. Я люблю тебя, навеки будь со мной. Спаситель, мой лучший друг, прославлять тебя я буду вновь и вновь. В тебе я
навеки будь со мной. Спаситель, мой лучший друг, прославлять тебя я буду вновь и вновь. В тебе, в тебе я нуждаюсь. Я люблю тебя, навеки будь со мной. Спаситель, мой лучший друг, прославлять тебя я буду вновь и вновь. Прославлять тебя, прославлять тебя я буду вновь и вновь. Прославлять, прославлять тебя я буду вновь и вновь. Господь. Хорошее вино напоследок. Претерпевший до конца получит хорошего вина. Кто уехал, получили вино, но хорошее еще впереди. Лучшее впереди. Ах, Господь. Аллилуйя, фотопитуляр. Люблю, каждое движение твое, люблю, в каждом взгляде и в дыхании уст, люблю, в каждой капле боли твоих уст. Люблю в каждом звуке музыки небес. Люблю в каждой грани истины чудес. Люблю в каждом шаге крестного пути. Люблю птицей рвется сердце из груди. Люблю. А я без твоей любви пуст, без твоей любви глух, без твоей любви слеп, без твоей любви я, без твоей любви черст. Я без твоей любви нищ, без твоей любви наг, без твоей любви глуп, без твоей любви я, без твоей любви мертв. В каждой краске милости твоей люблю. В каждом миге уходящих дней люблю. Каждое поднятие с колен люблю. Каждое прощение измен люблю. А я
твоей любви пуст, без твоей любви глух, без твоей любви слеп, без твоей любви я, без твоей любви черт. Я без твоей любви нищ, без твоей любви наг, без твоей любви глух, без твоей любви я, без твоей любви я, без твоей любви я, без твоей любви пуст, без твоей любви глух, без твоей любви слеп, без твоей любви я, без твоей любви черт. Без твоей любви нищ, без твоей любви наг, без твоей любви глух, без твоей любви я, без твоей любви мертв. Я без твоей любви пуст, без твоей любви глух, без твоей любви слеп, без твоей любви я, без твоей любви черт. Я без твоей любви глуп, без твоей любви маг, без твоей любви слеп. Я без твоей любви, я без твоей любви. Я без твоей любви, я без твоей любви. Я без твоей любви мертв. Часто приходишь в дуновение тихого ветра в нашу жизнь. Невероломно. В дуновение тихого ветра ты завоевываешь наши сердца. Своей нежностью. Ты научаешь нас почтительности, уважению, кротости. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты с нами всегда. Спасибо Тебе, что Ты не оставляешь нас. Спасибо, что есть возможность просить прощения. И Ты приходишь. Аллилуйя. Ты всегда приходишь, когда Тебя ждут. Мы так ждали Тебя. Мы так ждали Тебя, Господи. Аллилуйя. С первых аккордов Ты дал в сердце, что Ты здесь, Ты с нами. Ты ни на секунду не оставляешь. Ты такой верный. Ты такой заботливый.
Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Дух Святой, озари мой разум своим лучом. Наполняй мое сердце Божьей добротой. Дай напиться мне твоей воды живой. Дух Святой, Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Дух Святой, освети мой разум своим лучом. Наполняй мое сердце Божьей добротой. Дай напиться мне своей воды живой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава тебе, слава тебе, мой Бог. Дух Святой, изливай на мир свою любовь. Дух Святой, открывай значение своих слов. Поднимай нас на крыльях Божьих в небеса. О, Дух Святой, как ты нужен нам. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава тебе, слава тебе, мой Бог. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава тебе, мой Бог. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава тебе, мой Бог. Слава тебе. Слава тебе, слава тебе, мой Бог. Слава тебе, слава тебе. Действительно, слава Господу за Дух Святой. Сейчас
Перед тем, как я буду говорить, уже, наверное, все поняли, что последнее слово будет именно о том, кому слава. Это слава нашему Богу за Дух Святой. То есть, и знаете, я сейчас хочу как бы сделать такое маленькое объявление, что и просто сказать, для чего вот так нам собираться вместе, для чего вот эти конференции, которые мы не так раньше часто делали. То есть просто именно вот в таких местах, когда мы готовимся, мы предвкушаем и мы ожидаем, то мы обязательно получаем. То есть мы вот сейчас были на энкаутере и там говорили, действительно, если ты ждешь, то это уже какой-то момент трепета, предвкушения, что ты что-то получишь, и реально ты получаешь. Реально ты получаешь. И смотрите, что происходит, когда мы собираемся. То есть мы же действительно готовимся, мы постимся, мы молимся об этом, и потом мы видим результаты. Два последних года, год назад и в этом году, я ездил на две конференции. А первую мы ездили в Колумбию с Эдиком, а вторую мы со Светой летали в Америку. И знаете, что я скажу? Бух, вот так просто взрыв произошел. То есть так сильно изменилось там что-то внутри меня. Где-то я получил новое видение, где-то я получил новое переживание, новую свободу. И это не просто слова. Допустим, Света моя жена, она 9 лет вот так сидела на первом ряду в церкви. Она была женой пастора. Она участвовала там, украшения какие-то делала. Но мы вот поехали на последнюю конференцию, она получила крещение Духом Святым, она исполнилась Духом Святым, она заговорила на иных языках, и сейчас она реально служит. Она на женской конференции проповедовала первый раз в жизни. Представляете, сразу же первая проповедь, сразу же на конференции. У нее сейчас группа ее там учениц, она наставница. То есть, и это случилось вот в таком месте. В таком месте, куда вот так мы собрались, и поэтому это очень важно. И мы сегодня вот так разговаривали с братьями, вот сейчас с Глебом, и мы решили делать часто такие конференции, и мужские, и женские, и общие, и школьные. И вот сейчас 2 числа у нас будет школьная конференция. То есть мы всеми домами съедемся и будем, то есть, ну, делать как бы нашу встречу, будем поклоняться Богу, будем молиться, будем ожидать что-то от Бога, и потом в июле, это 2 числа в Тель-Авиве, то есть все, как бы, как говорится, явка обязательно, вот, а 28 июля будет наша общая встреча всего живого Израиля, она будет происходить там в Ришон-Лиционе, там в церкви у Игоря Гроссмана, потому что, ну, у него огромный зал, где может 1000 человек влезти. И там будет на этой конференции проповедовать Андрес Бессони. Это вот на той конференции, где Света получила вот это, исполнилась Духом Святым. Поэтому это тоже я как бы говорю, что настраивайтесь уже сегодня, начинайте предвкушать, что вы приедете и там что-то произойдет, что вы приедете и что-то получите, потому что это очень-очень важно для нас. И знаете, сегодня я уже буду подводить как бы итог, черту под нашей конференцией. Сегодня много говорили мы говорили сегодня о кресте, говорили о возможности прощать, мы говорили о посвящении, мы говорили о исцелении. И все это невозможно, если ты не имеешь Духа Святого. Знаете, допустим, прощение, да, прощение. Вот знаете, человек, вот мы как люди состоим из тела и из души. Вот тело, это, знаете, тело очень хорошо на иврите говорится, о теле басар, да, то есть просто мясо, реально. То есть вот эта плоть, это просто мясо. И на самом деле, вот смотрите, эта плоть, она тупая, извините за выражение, то есть она, у нее даже памяти нету никакой. У нее, вот ты обрезался, допустим, ногу в детстве, у тебя течет кровь, и у тебя зажило, но ты ж не плачешь всю жизнь, ой, как было больно, у меня кровь текла, ты забыл. То есть ты реально забыл, то есть ты ушиб коленку, ой, там, или локоть, ой, вздрогнул. 15 минут прошло, ты забыл, что ты даже ушибся. То есть плоть, она вот, я, знаете, ее представляю вот как басар, мясо, корова. Она ест эту траву, ест, подошел пастух с плеткой ее, стегнул,
И она отскочила, через 5 минут она забыла. То есть мясо забыло, что ее стегнули, она опять эту траву ест. Му-у-у. То есть плоть, но мы очень часто, то есть об этой плоти очень сильно заботимся, об этом мясе. Но смотрите, у нас есть душа. Смотрите, что происходит. Душа, она очень нежненькая. Она очень-очень нежненькая. Маленький укольчик в эту душу, маленькая обидка. И она годами, десятилетиями не забывается. Представляете? То есть она болит, люди ходят в этом, живут. А как? А как простить-то? Как? Оно там болит. Вроде чуть-чуть укололи, а оно болит всю жизнь. Слушайте, только когда Дух Святой заходит в этот сосуд, наполняет его, и там начинает происходить исцеление. Невозможно получить это исцеление без Духа Святого. Невозможно. Как Штефан приезжал, как он сказал, я сегодня это практикую. Утром, когда ты приходишь, просыпаешься на час раньше, чем положено просыпаться, и просто танцуешь с Духом Святым, и Он входит в твою душу, обнимает ее, и вот эти укольчики, они исцеляются, они уходят, они проходят. Дальше Дух Святой, мы говорили о посвящении. Есть 4 шага верующего человека. Первый шаг – это Бог привлек. То есть Бог привлекает к себе. Каждого из нас Бог привлек к себе. И знаете, такое слово «привлек», оно какое-то радостное, да? Но большинство из нас Бог не радостно привлек, да? То есть Бог привлек, когда у нас все в жизни разрушилось, и вот так обратился. Я хочу сказать, еврейский народ, когда Бог выводил из Египта, Он тоже их не радостно привлек. Он сделал так, что они заорали. Они заорали, потому что их там так начали щемить, эти кирпичи, ну там делать уже это. Ну то есть их начали давить, гнобить, и вот так Бог привлек. Бог сделал, чтобы у них все было плохо, и они тогда закричали туда в небо. И потом Бог продолжал привлекать других, там еще. Он начал делать казни, да? И каждую казнь, когда она проходила, знаете, как народ делал? Так, вау, на той стороне улицы коровы умирают, там скот умирает, мухи, саранча, язвы. А на нашей стороне улицы ничего. На нашей стороне все чистенько, вау. Потом море раскрылось, вау. То есть они действительно привлекались Богом, и Бог вывел народ из рабства. Точно так же, как и нас. Он привлек и вывел, и ввел в пустыню. И спас, правильно? Спас из Египта, вывел. Войско утонуло там в море, и он вывел и спас. И смотрите, что произошло. Там в пустыне нужно было посвятить себя Богу. Вот там в пустыне нужно было встать под его господство. И тогда бы ты вошел в землю обетованную. Но этого не сделали они. Они не смогли встать под его господство. В этой пустыне они продолжали роптать, продолжали туда смотреть, в Египет. И ничего поэтому не получилось. Ничего не получилось. Но Слово Божие говорит, что невозможно назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Представляете, вот слово «назвать», я вот так просто размышлял, «назвать». Сегодня любого человека на улице тормозни, скажи «Иисус Господь». Он скажет, не, ну давай за конфетку там или за рубль. Давай, скажи «Иисус Господь». Может он сказать? Может, а что нет-то? Скажи «Иисус Господь». Пожалуйста, «Иисус Господь», да? Но знаете, я думаю, вот сказать – это то есть встать под его господство. Невозможно, не имея Духа Святого, встать под господство Христа. Невозможно, то есть встать под его владычество, то есть полностью, то есть довериться его воле, довериться это невозможно. И знаете, как у верующих у нас есть Дух Святой. И Дух Святой, он дает потенциал, чтобы наша жизнь с вами, она изменялась. Но это только в том случае, когда мы отдаемся Духу Святому. То есть только в том случае, когда мы отдаем ему свою жизнь. То же самое, если ты имеешь плоть, это как бы не автоматически делает тебя, знаете, таким ужасным грешником или каким-то страшным маньяком. Каждый человек имеет плоть. Я хочу сказать, что у Гитлера, у него была точно такая же плоть, как и у нас с вами. Согласны? У него не было другое тело, то есть точно такое же. Но причина, по которой он максимализировал свою плоть, была потому, что он отдался плоти. Он отдался плоти на все 100%. Также и люди, которые использованы Богом, которые служат Богу, через которых Бог делает чудеса, апостолы, вся история церкви. Эти люди, они не имели большего Духа Святого. Они не имели. В них был тот же самый Дух, который есть в тебе, в нас всех, во мне.
в Иисусе, тот же самый дух они имели. Но только когда мы отдаемся Ему, это приносит перемены в нашу жизнь. Вот почему Библия говорит: поступайте, поступайте по Духу Святому, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Там не написано: исполнитесь Духом Святым, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Там говорится: поступайте, поступайте, то есть делайте, живите этим, имейте отношения, и тогда вы не будете исполнять. Другими словами, ты можешь иметь Дух Святой, но отдать свою жизнь плоти. Или же ты можешь иметь плоть, но отдать жизнь свою Духу Святому. Много людей, знаете, сегодня просто такой вопрос, на самом деле, задать себе: а с кем я ближе? Вот с кем я ближе? С Духом Святым, который я получил. То есть я же получил его. Вот я сказал: Иисус, войди в мое сердце. И он вошел. Духом Святым он вошел. Или же ты ближе со своей плотью? Для многих людей это плоть, с которой мы очень близки. Это плоть, которая занимает все-все наше внимание. А Дух Святой – это как бы такая доктринальная позиция в нашей жизни. У нас нет близости нет с Ним, у нас нет соединения с Ним, у нас нет общения с Ним. Просто, знаете, такое «привет» и «пока». Мы молимся на языках, там некоторые из нас. Многие люди, знаете, они не видят никаких перемен, никаких результатов в своей жизни. Я хочу, чтобы Бог, Он не хочет, чтобы мы так жили. Он не хочет. Вот сегодня мое слово, чтобы мы как бы встали чуть-чуть на другой уровень. На другой уровень, как бы сделали один шаг на одну ступеньку вверх в нашем понимании в отношении с Духом Святым. Бытие, 24 глава. Ты откроешь? Тимофей ушел. Бытие, 24 глава, со 2 стиха. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: положи руку твою под стегно мое». Так, смотрите, ну пока не надо, можно на втором оставить. Смотрите, у Авраама, мы знаем, у него был сын Исаак. Но здесь говорится еще, что был раб. И этого раба, там в 15-й, по-моему, главе, говорится, его звали Элезер. То есть что на иврите «Бог помог» или «Божья помощь» — Элезер. И вот этот раб Элезер, он жил в доме Авраама, и написано, что он управлял всем, что было в доме Авраама. Заметьте, что управлял Элезер не Авраам, не Исаак, а всем, что было у него в доме, управлял Элезер. И вот это прекрасная картина. Она не очень совершенная, но она красивая. Смотрите, отец Авраам, Бог-отец, имея своего сына, но отдавая все богатства неба, всю славу неба, всю силу неба своему помощнику, Духу Святому. Даже Иисус сказал, это Иоанна 16 глава, 15 стих, Он сказал, что Он возьмет от Меня. Иоанна 16 глава, 15 стих. «Все, что имеет Отец, есть Мое». Это Иисус сказал. «Потому что Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». То есть Иисус говорит, что Дух Святой возьмет все от Иисуса. Или другими словами, все принадлежит Иисусу, но Дух Святой, который распоряжается всем. Я хочу сказать сегодня, что нет другого способа, чтобы достичь чего-то в небе, если не соединиться с Духом Святым. Нет другого способа. Есть только один способ достичь чего-то в небе, что это соединиться с Духом Святым. Я хочу сказать, что все на этой земле материализуется только после того, как это совершается там, на небе. Вы знаете, Иисус сказал: копите себе богатство на небесах. Там, где богатство ваше, там и сердце ваше. И знаете, для чего это Он сказал? Чтобы ты вкладывал туда, в небо. Как можно вложить в небо? Это делать что-то для кого-то другого.
То есть не для себя жить, а для кого-то другого. И вот когда ты живешь не для своего эгоизма, а для кого-то другого, ты копишь себе там на небе. И когда вот там в этом банке появляется, то это материализуется здесь, в физическом мире. И второе, что я хочу, чтобы мы увидели вот в этой истории, Бытие 24, 4 стих. Бытие 24 стих. И это Авраам сказал своему слуге Элиезеру: «Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». То есть Авраам дает задание вот этому слуге. Как мы говорили, Бог помощь, он дает ему задание, чтобы он пошел и нашел жену для сына. Ничего вам не говорит это? Ничего? Бог дает задание Духу Святому, посылает его на эту землю для того, чтобы он нашел жену сыну. Классная картина? Хорошая? Смотрите, на небе отец приготавливает брачный пир. Мы с вами, как церковь, есть невеста. Иисус, он есть жених. А Дух Святой – это тот, кто устраивает наши встречи. Дух Святой – это кто приготавливает нас к этой свадьбе. Мы ведь в Библии написано, что будет этот брачный пир, который отец там готовит для своего сына. Но Дух Святой, он здесь нас приготавливает вот к этому брачному пиру. Он приготавливает. И Дух Святой, смотрите, что интересно, он дает нам дары и подарки от Бога заранее, потому что там в 10 стих открой. И вот этот раб Элиезер взял верблюдов господина своего, 10 верблюдов, и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. То есть он взял эти сокровища и понес, чтобы искать невесту. И потом мы знаем, что он эти сокровища дал до того даже, как Ревека встретилась с Исааком. Он дал ей заранее. Не когда она там с женой уже стала. Она еще Исаака даже не видела, но он дал ей эти сокровища заранее. И тот, кто проводит нас в небо, это и есть Дух Святой. То есть Дух Святой – это помощник Бога, чтобы проводить нас в небеса к жениху, привести нас к Иисусу. Что означает для меня, как для пастора, как для верующего, вот эта история? Что главная работа Духа Святого – это привести людей ко спасению. И люди, они не могут спастись без Духа Святого. Нету другого шанса, нету другой возможности спастись, только соединиться с Духом Святым. И Дух Святой, он в моей жизни, в твоей жизни, он должен привести нас ко спасению. Вот это его задача. Смотрите, конец истории – это не исцеление. Конец истории – это не освобождение. Конец истории – это не разговаривать на их языках. Конец истории – это не мега-церковь. Конец истории – это чтобы Ребекка встретилась с Исааком. Вот конец истории. Смотрите, я когда-то приехал в Израиль. И в свой день рождения, когда вся моя жизнь разрушилась, я просто туда закричал в небо и признал, что моя жизнь проиграна. И в этот вечер, когда я признал, что я проиграл в этой жизни, я встретил Вову, пастора. В свой день рождения, в свой 33-летие. И эта встреча изменила историю, представляете? Вот эта встреча изменила историю. Я уверовал, потом я познакомился со Светой, и Вова венчал нас, и мы стали семьей. А потом я рассказывал 2 года в Вене историю о том, что со мной произошло. Мы с братьями 2 года молились за него. И потом Веня пришел к Богу, пришел к Иисусу. Потом он познакомился с Олей, и Вова тоже венчал их. А потом мы рассказали эту историю нашим родителям. И они с России прилетели сюда, и мы их крестили вместе с Веней в Иордане. И у них, у наших родителей родились 2 внука и 2 внучки здесь в истории. И кто это все сделал? Кто это все сделал? Знаете, я приводил людей к Господу, но я хочу сказать, мы можем иметь хорошую проповедь, но ничего не может сравниться с тем, когда присутствие Духа Святого приводит людей ко спасению.
Мы можем говорить нашими человеческими словами, это может касаться, но ничего не может сравниться с тем, когда Дух Святой приводит людей ко спасению. И мы с вами должны настолько подружиться с Духом Святым, потому что его первая работа – это приводить людей ко спасению. Бытие 24 глава 10 стих, смотрите. То есть старший, вот этот слуга Элиезер, он пошел, нагрузил сокровищами верблюды, то есть много у него богатств было, и он пошел искать невесту. И он, смотрите, когда он подходит к этим колодцам, да, он как бы в своей голове придумывает такой тест. Он думает, сейчас я скажу, вот, что я хочу там пить, чтобы моих верблюдов напоить там, и все. И та женщина, да, которая захочет это сделать, то есть смотрите, он богатый, он ни в чем не нуждается, но он как бы делается таким нуждающимся. Он делается нуждающимся и говорит, вот та, которая, ну типа, дай мне попить. И смотрите, он говорит, и та, которая даст, я отведу ее потом к Исааку. И здесь мы можем увидеть, что Дух Святой, он хочет иметь отношение с нами. Иисус сказал, если ты жаждешь, то приди ко мне и пей. Но я хочу вам сегодня сказать, что Дух Святой, он тоже жаждет. Он тоже жаждет нашего внимания, наших чувств к Нему. Он жаждет, чтобы мы осознавали, кто Он такой. Смотрите, несколько таких фактов теологических. Дух Святой, Он Бог? Аминь. Он всеведущ, всемогущ и вездесущ. Да? Характеристика Бога. Можно ли, скажите, поклоняться Богу? Аминь. Значит, можно поклоняться и Духу Святому. Скажите, можно ли молиться Богу? Значит, можно молиться и Духу Святому. Можно ли общаться с Богом? Значит, можно молиться, общаться. В общем, все, что можно делать с Богом, можно делать и с Духом Святым. И второе, знаете, вот что я здесь хочу сказать, что Дух Святой, Он личность. И вот знаете, что делать именно, ну как бы, что-то, кто эта личность вообще, что личность, что делает кого-то личностью, вот так, кого-то, не человека, а вообще кого-то личностью. Это не то, что он живой. Потому что мы думаем, что личность это что-то должно быть живое. Цветы, они тоже живые. Вон, деревья, они тоже живые, но это не говорит, что они личность. Личностью делает, это делает того, ну, что-то, что у личности есть разум, у личности есть воля и у личности есть чувство. И нам с вами очень тяжело увидеть, вот Дух Святой как личность, потому что Библия показывает его как Дух. Как Дух. И потому что мы с вами связаны телами, нам тяжело понять, что Дух, он может быть личностью. Одна причина, почему у Духа Святого нет тела, знаете какая? Потому что он хотел использовать наши тела. Вот поэтому у него нет тела. Он хотел использовать наши тела, потому что цель Духа Святого нужна была невеста. Он был отправлен сюда за невестой. А кто есть невеста? Тело Христа. А кто есть тело Христа? Церковь. А кто есть церковь? Это мы с вами. Вот Дух Святой был отправлен на эту землю, чтобы как бы собрать это тело, собрать эту невесту и привести ее туда на небо. Дух Святой, Он не машина, Он не робот, Он не просто огонь, Он не голубь, Он не масло, Он не ветер. Это точно так же, как Иисус, не четвероногое животное, когда о Нем говорят, как агнец. Он личность. А для нас, допустим, иногда Дух Святой, Он просто какие-то дары или там языки. Да? То есть вот для нас, для многих сегодня Дух Святой это просто говорение на иных языках. Кто молится на иных языках? Поднимите руки. Не все еще молятся. Да? Вот смотрите, вот это телефон, iPhone. Классный телефон. Миша, он мне дал этот iPhone недавно. Миша, можешь встать на одну секунду? Так, я как пример приведу. И вот смотрите, Миша это тот человек, которого, допустим, можно обидеть, да? Можно обидеть, можно обрадовать, да, он личность. Вот, допустим, iPhone, на него можно плюнуть, его можно убрать в карман и больше никогда не пользоваться им. И я хочу сказать, что он не обидится.
В Мишу, если плюнуть, ему это не понравится, он может обидеться. И вот месяц назад у меня сломался мой телефон, и Миша благословил мне вот этот телефон. Я его использую каждый день. Каждый день использую. Но этот телефон, это не Миша. Это не Миша. То есть, смотрите, Миша дал мне этот дар. То есть, вот этот телефон, это дар от Миши. Я пользуюсь каждый день, моя жизнь действительно легче стала. И если я думаю, что если у меня есть этот телефон, то у меня ближе отношения с Мишей, то я заблуждаюсь. Я заблуждаюсь. Это всего лишь дар от Миши. Это не Миша. Понимаете? Садись, Миша. Спасибо. Языки – это дар, а Дух Святой – это реальная личность. И Он хочет, чтобы мы говорили языками. Он хочет, чтобы мы много говорили языками, потому что это будет усиливать наш дух. Это откроет духовные чувства. Но апостол Павел говорит Тимофею, нужно общаться. Нужно общаться, иметь общение с Духом Святым. Заметьте, открою это. Бытие. С 10-го, да? Ладно, не буду путаться, закройте. Смотрите, что происходит. Действительно, Ревека, он попросил, и Ревека откликнулась, и она подошла к нему, и у них завязались отношения. У них завязались отношения, и только когда они встретились, когда они начали общаться, когда они познакомились, после этого он дарит ей вот те дары. То есть, но перед тем, как получить эти дары, им нужно было встретиться. Ей нужно было что-то сделать для него. Ей нужно было напоить его, его верблюдов. Нужно было рассказать, кто, что, как, кто она. То есть, у них уже произошло какое-то соединение, то есть, появились отношения. Они подружились, они начали общаться. И после этого она получила вот эти дары, которые он привез. Я хочу сказать, что я очень люблю дары Духа Святого. И я жажду их в своей жизни больше и больше. Но что мы должны понять? Вот что мы должны понять? Что не просто вот использовать этот iPhone, а любить Мишу. Вот что мы должны понять. То есть мы не должны просто использовать эти дары Духа Святого, а мы должны любить Духа Святого как личность. Отношения с Духом Святым – это самое главное в нашей жизни. Самое главное. Вот это нужно сегодня поставить на первое место в своей жизни. Потому что без Духа Святого невозможно ничего сделать. Невозможно туда, в небо прийти, если не иметь с Ним отношения. Просто если ты хочешь ребенка, ты же не ищешь ребенка. Ты ищешь жену. Дары, они приходят от дающего. И Дух Святой, Он хочет твоего внимания. Он желает быть в отношениях с тобой. Он желает быть связанным с тобой. Я сейчас, знаете что, я сейчас хочу, чтобы мы закрыли глаза. Серега, подыграй, я буду молиться. Я хочу, чтобы мы сейчас... Закройте все глаза. Закройте глаза и пригласите его присутствие сюда. Представьте, что у вас в доме живет человек. И этот человек, он просыпается в вашем доме каждое утро. Он каждый день находится в вашем доме и на кухне, и в гостиной, и везде. И эта личность, она имеет ключи от всех благословений. Не человек, я ошибся, личность. И эта личность, она имеет ключи от всех благословений неба и земли. Эта личность не нуждается в тебе, но эта личность хочет тебя. А мы нуждаемся в этой личности, но очень часто не хотим ее. Мы слишком заняты, слишком много всего происходит, и мы обращаемся с ним просто как с квартирантом, вместо того, чтобы быть с ним как с близким другом. Сейчас там, где вы сидите, не открывайте глаза, просто расслабьтесь. Расслабьтесь и молитесь, чтобы говорите: Дух Святой, мы хотим Тебя, мы хотим хотеть Тебя, мы хотим понимать, насколько нуждаемся в Тебе. Помоги нам просто помоги нам, Дух Святой,
во имя Иисуса, драгоценный Дух Святой. Я чувствую, как Ты присутствуешь в этом месте. Я чувствую, как покрывало покрывает всех нас. И я хочу, Господь, попросить Тебя, чтобы мы осознали Твое присутствие в нашей повседневной жизни, чтобы мы отдали Тебе наше внимание, чтобы мы отдали Тебе себя, чтобы мы общались с Тобою, чтобы мы слушали Тебя, чтобы чувства нашего сердца были захвачены Тобой, чтобы мы поняли, как сильно мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой. Ты поселился внутри нас, и Ты обещал никогда не оставить нас. Очень часто мы Тебя просто игнорируем. Мы даже не осознаем, что Ты так близко к нам, что Ты рядом с нами. Прости нас, Дух Святой. Прости нас, Дух Святой. Мы хотим, Господь, Тебя. Мы хотим, Дух Святой, чтобы сейчас каждая душа наполнилась Тобою. Дух Святой, мы хотим выйти на новый уровень отношений с Тобой. Дух Святой, мы хотим осознать, что без Тебя мы не сможем попасть в небо. Что без Тебя невеста никогда не встретится со своим женихом. Потому что Бог послал Тебя как помощника на эту землю, чтобы привести свою невесту в небеса, где Ты, Бог Отец, готовишь этот прекрасный брачный пир. Дорогой Иисус, мы любим Тебя. Дорогой Дух Святой, Ты реален для нас. Пусть сегодня произойдет это понимание, что Ты действительно личность, что Ты нуждаешься в нашем внимании. Я хочу, чтобы мы осознали, что мы нуждаемся в этой личности. Пусть произойдут эти сцепления, взаимоотношения, эти связи с Тобою. Дух Святой, Дух Святой, я чувствую, что Ты здесь, Дух Святой. Ты сегодня исцелял. Ты сегодня давал нам освободиться от обид. Ты сегодня давал нам дерзновение посвятить себя Тебе. Ты сегодня, Господь, работал здесь. И сейчас я прошу Тебя, Дух Святой, чтобы Ты наполнил каждого здесь присутствующего. Просто наполнил. Просто чтобы произошло это излияние Духа Святого. Я прошу Тебя, Дух Святой, владычествуй здесь, на этом месте. Я хочу, чтобы вы сейчас поднялись на свои ноги. И давайте помолимся этой молитвой. Закройте глаза, не открывайте их. Просто говорите: Дух Святой, Дух Святой, дай мне больше Тебя. Дух Святой, возьми больше меня. Наполни меня своей благодатью, чтобы иметь отношение с Тобой. Во имя Иешуа. Сейчас, братья, если у кого будет побуждение, чтобы еще больше наполниться Духом Святым, исполниться Духом Святым, выходите, мы будем молиться за вас.
Я нуждаюсь в Тебе. Я нуждаюсь в Тебе, Иисус. Дорогой Дух Святой, давайте сейчас просто будет играть эта песня. Просто пейте его сейчас. Просто вливайте его к себе, в душу, в сердце, в разум. Он реально сейчас здесь. Ребят, я очень чувствителен к Духу Святому, и он сейчас конкретно, его много здесь. Его очень много здесь. Знаете, Дух Святой, многие просят, чтобы он сошел. Многие просят, сойди, но он уже 2000 лет назад сошел на эту землю. Просто открой уста и наполняйся им. Он сейчас здесь. Просто открой полностью каждую клеточку своего тела, каждую клеточку своей души, каждую клеточку своего разума, свое сердце и наполняйся им. Потому что это тот помощник, Божий помощник, который был послан на землю, чтобы мы встретились со своим женихом. И он сейчас хочет построить новые отношения с Ним. Он хочет, чтобы мы любили Его как Личность, общались с Ним как с Личностью, уважали Его как Личность, и чтобы мы проводили много времени с Ним как с Личностью. И Он сегодня здесь. Я думаю, я желаю, чтобы сегодняшняя встреча с Духом Святым изменила каждую жизнь, чтобы эти отношения с Ним вышли на новый уровень, на новый уровень, чтобы действительно нам потом не было больно и грустно за то, что мы пренебрегали им, за то, что мало общались с ним, за то, что мало уповали на него. Сегодня Бог хочет, чтобы мы вошли в новые отношения, в новую связь вот с этой прекрасной личностью по имени Дух Святой. И он сейчас здесь. Наполняйтесь, наполняйтесь. Тебе я нуждаюсь, Дух Святой, Тебя ожидаю. Прикоснись, мое сердце открыто, Иисус, наполняй,
наполняй нас. Наполняй. Принимай. Принимай. О, рабашита, рабарада. Принимай. Открывайся. Принимай. Ибо не верую Бог дает Духа Святого каждому жаждущему. Принимай, пей его сейчас. Пей его. Наполняйся им. Его очень много здесь. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие на этом месте. Мы благодарим, что мы собраны в имени Иисуса Христа в Его присутствии. Я нуждаюсь в Тебе. Благодарим, что Ты соделал нас причастниками Твоего естества. Что некогда далеки мы стали близки кровью Христовой. Стали народом Божьим, стали помилованными. Благодарим Тебя, Господь, за это время, в котором мы могли открыться, чтобы принять больше Твоей благодати. Помоги нам это хранить, благодать эту. Помоги нам культивировать эту благодать в своей жизни и держаться ее, и ориентироваться на нее в своем духе, чтобы Твой мир, он переполнял наши сердца и вел нас по жизни. Помоги нам нести этот мир домой, в наши семьи, к нашим друзьям, чтобы этот мир распространялся, и чтобы Твое помазание, оно действовало везде, на наших женах, детях и близких, Господь. Благодарим Тебя. Сейчас мы можем иметь возможность, наверное, сделать самое главное, что можем сделать. Мы собраны во имя Иисуса Христа и соединены Его жертвою. Когда мы принимаем причастие, это не есть какое-то символическое действие или религиозное действие. Это есть общение с истинной кровью Христовой, с истинным телом Христовым в Духе Святом. И мы принимаем эту Пасху, этот седер. У нас есть возможность седер Пейсах не раз в год делать, а делать каждую неделю. Потому что Иисус воскрес! Иисус воскрес! Иисус воскрес! Мы можем торжествовать в этой Пасхе воскресения, потому что мы противостоим главному врагу смерти. И против смерти мы можем идти только с воскрешенным телом Иисуса Христа, только с Его кровью, и иметь эту смелость против духа смерти. И сегодня, пускай через принятие воскрешенного тела Христа, вы переживете пророческое действие. И если кто еще не исцелился, исцеляйтесь через воскрешенное тело Иисуса Христа. Принимайте веру, что вы принимаете просто как великое противоядие против греха, как кровь Христа и как тело Христа против последствий греха, чтобы это просто как химиотерапия шла и разрушала всю смерть в вашем теле духовное, чтобы убивала всякое проклятие, всякую болезнь, всякий дух изгонялся вон. Отец, мы благодарим Тебя, и мы приносим, Отец, это вино, этот хлеб, и просим ниспослать благодать Духа Святого на эти святые дары, чтобы мы верою приняли истинную кровь, истинное тело во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
Тебя, Иисус. Просто я благодарю, просто я благодарю за Голгофу. За Голгофу, за кровь. Я тебя благодарю за воскресение твое, за победу твою. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю тебя, Иисус. Просто я благодарю, просто я благодарю. Господи моем, жизни благодать, Господи моем, праведность и мир, пусть хвала моя, как песня Господу летит, буду петь и танцевать,
я как царь Давид. Господи моем, жизни благодать, Господи моем, праведности мир. Пусть хвала моя, как песня Господу летит, буду петь и танцевать, я как царь Давид. Слав душа моя всегда Господа, прославляй душа моя Господа. Только ты один достоин славу всю принять, я перед тобою буду петь и танцевать. Слав душа моя всегда Господа, прославляй душа моя Господа. Только ты один достоин славу всю принять, я перед тобою буду петь и танцевать. Ай-на-най-най-най-най-най, ай-на-най, ай-на-най-най-най-най-най, прославляй, душа моя, Господа. Только ты один достоин славу всю принять, я перед тобою буду петь и танцевать. Слав, душа моя, всегда Господа, прославляй, душа моя, Господа. Только ты один достоин славу всю принять, я перед тобою буду петь и танцевать. Прославляй, душа моя, Господа. Только ты один достоин славу всю принять, я перед тобою буду петь и танцевать. Слово Твое чистое освежает жизнь мою. Истина и благодать заставляют танцевать. Прославляй, душа моя, Господа. Только ты один достоин славу всю принять, я перед тобою буду петь и танцевать. Слав, душа моя, всегда Господа. Прославляй, душа моя, Господа. Только ты один достоин славу всю принять, я перед тобою буду петь и танцевать. 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 Господи моем, жизни благодать, Господи моем, праведность и мир,
Пусть хвала моя, как песня, Господу летит. Буду петь и танцевать, я как царь. Господи моем, Господи моем, жизни благодать. Господи моем, праведность и мир. Пусть хвала моя, как песня, Господу летит. Буду петь и танцевать, я как царь Давид. Душа моя всегда Господа, прославляй, душа моя, Господа. Только ты один достоин славу всю принять. Я перед тобою буду петь и танцевать. Душа моя всегда Господа, прославляй, душа моя, Господа. Только ты один достоин славу всю принять. Я перед тобою буду петь и танцевать. Душа моя, Господа, только ты один достоин славу всю принять. Я перед тобой буду петь и танцевать. Братья, большое спасибо всем, что вы приехали сегодня. И большое спасибо Господу, что Он благословил это время, и оно действительно было классное. Давайте мы сейчас молитвой «Отче наш» закончим нашу встречу и поедем по домам. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Давайте общую фотку сделаем. Общую фотку. Включите свет, пожалуйста. Давайте фоточку сделаем общую. Братья, давайте одну фотографию сделаем общую. И поедем по домам. Еще минуточку Рома. Внимания. Для любителей футбола сегодня финал Лиги Чемпионов, и желающие, кто с Крайот, с Хайфы, здесь в 21:30 будет просмотр Лиги Чемпионов. Аллилуйя! А молитвы не будет сегодня, да? Аллилуйя! Вот Дух Святой работает, а?